Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, у нас прогулка по Питеру. И у меня есть для вас один маленький-маленький сюрприз. Сейчас мы будем гулять с вами до Горьковского парка. Все это я сниму, конечно же, эту прогулку. И вы можете увидеть эту прогулку моими глазами. Ну что же, в путь! Как всегда, мы с вами отправляемся от чудесного места Нева. И, конечно же, видите Аврору, мою любимую Аврору. Но сейчас почему-то сняли флажки. Помните, в прошлом видео были флажки. Не знаю, к какой дате там или к чему это было приурочено. Сегодня у нас 29 мая 2020 года. Вы видите, какая жара просто стоит. Люди ходят практически как на пляже, в платьях, в майках. И мы с вами направляемся в Горьковский парк. Сегодня очень-очень пусто, удивительно. Людей практически нет. Пятница, ну, может быть, потому что это день. Мы с вами потихонечку идем вперед. И, как я уже сказала, я готовлю вам всем, дорогие мои друзья, сюрприз. Когда мы дойдем до парка, я все вам расскажу. Посмотрите, какая красота. И люди уже тут на частных лодках собираются в путь отплывать. Тут и загорают. Ну, а мы с вами отправляемся дальше. Практически уже подошли. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы с вами сейчас находимся в Санкт-Петербурге. Горьковский парк. Мы сюда пришли не случайно. Я хочу вас, дорогие мои, познакомить с одним интересным человеком. Вот он. Это наш новый гость моего канала YouTube Александр. Александр маг, чародей, добрый волшебник, который развязывает кармические узлы, разрубает их, скажем так, да? И, в общем-то, и завязывает в некоторых случаях. Но об этом мы немножко попозже поговорим. Здравствуйте, милые дамы. Я очень рад, что попал на YouTube-канал своей любимой Светланы Веды. Ух ты ж, это с каких пор я стала любимой? Мы с тобой 3 дня только знакомы. Прикольно, я говорю. Так ты продолжай, я это все выставлю. Или ты мне уже в любви признаешься? Да. Ты мне смысл, ты говоришь. Говори. Мы с ней познакомились не так давно. Вот. Просто работали. Получилось так, довелось с ней поработать на решение проблем одних людей. Вот. И... Это была чудесная семейная пара, которой мы помогли. В дальнейшем я готов помогать решением всех проблем женщин, мужчин. Да, еще хотела бы сказать, что вот этот чудесный человек, дай мне свою руку, раз ты признался мне в любви, очень приятно. Обязан на ней жениться. Да, обязан жениться, точно. Все слышали, да? Но если серьезно, этот чудесный человек, он разрубает кармические узлы. Про это тоже мы с вами немножко отдельно поговорим, наверное, да? Отойдем отсюда, здесь очень много людей и глаз. Наверное, выберем какое-то более укромное место, ну, да, и поговорим на эту тему, потому что у меня очень много клиенток, которые не могут забыть своих мужчин, которые... Да, просто... Мы попытаемся помочь вам решить. Да. И сейчас ищем прекрасное место, какое-нибудь тихое, уютное, и поговорим на эту тему. Милые дамы, немножечко хотела рассказать о кармических узлах. У каждого человека у нас в жизни существуют какие-то проблемы, которые мы не можем решить или просто их хотим решить. Или
Я так считаю, что загружаться своими проблемами не надо, их нужно решать. А решать их я вам даже могу помочь. Вот, а ты расскажи, какие клиенты с какими проблемами к тебе обращались? Ну, проблемы у всех бывают практически, можно сказать, одни и те же. У кого-то несчастная любовь, у кого-то не клеится. Вот ты, подожди, хочу спросить, а почему ты улыбаешься, когда говоришь о несчастной любви? Я так поняла, что у тебя всегда счастливая любовь была. Ну, у каждого человека все бывало, счастливое, несчастливое. Ну, вообще, как каждый маг, они все имеют холодное сердце. Да, как, впрочем, и я, и ты. И не знающие, что такое любовь. Хороший подход. Поэтому многие люди своими проблемами обращаются к нам. Мы помогаем эти проблемы решить. Главное, с этих проблем не надо зацикливаться. И не говорить, что я несчастливый человек. Я... Ой, ты посмотри, посмотри, воробушек, секундочку. Ты представляешь, прям над твоей головой летал. Я сейчас извиняюсь, что прям... Головами. Это, вот знаешь, хороший знак. Ты посмотри, он прям возле нас кружится, и все тут. Это хороший, я считаю, что это прям хороший знак. Я и вам хотел сказать, не надо зацикливаться на своих проблемах, надо их решать. Не надо говорить, что я несчастливая или несчастливый. Мы все счастливые люди, и мы эти проблемы вам поможем решить, чтобы вы были счастливыми и нашли кто свою половинку, кто свою хорошую, достойную четвертинку. Кто достойную работу, кто четвертинку, одним словом, кто что в этой жизни хочет, к чему стремится. Ну вот бывают кармические узлы, чтобы люди понимали, это привязка мужчины и женщины, да, вот чаще всего ко мне клиенты. В основном, конечно, да, несчастная любовь. Да. Потом бывает, что вот сейчас очень востребовано ко мне, наверное, и к тебе обращаются именно по работе, да, вот работу не могут найти. Время. Сейчас много людей осталось без работы, тем более у нас работа, это что, это наш достаток, все... Отседают все последствия, соответственно, даже, можно сказать, и какой-то кусочек счастья. Поэтому и эти вопросы мы решаем и поможем решить. И будет результат 100% положительный. Да, в тебе я не сомневаюсь. Слава Богу, ты... Почему я вот именно с тобой хочу тебя показать? Может, я сейчас как-то нескладно говорю, потому что ты помог нескольким моим клиенткам. И я тебе очень благодарна за это. Ну и, в общем-то, работа действительно идеальная. Они сейчас, три мои девочки, уже нашли свою судьбу, свое счастье после твоих, вот буквально, ты с ними сколько там, 2-3 дня поработал, да, и они уже переключились абсолютно на других ребят. Вот это очень хорошо. Работа, да, это работа, а также еще и проклятия бывают материнские и вообще проклятия семейные. Кстати, совершенно верно. Проклятие... Ну, это, как знаете, это примерно то же самое, что можно сказать, как своя мама там, или дочери, или, там, ну, в основном дочери мама говорит, что ты вот неопрятна, выглядишь неправильно. Попа толстая, уши лопоухие, кому ты нужна. Возникает, так сказать, синдром собственного недостатка, и она начинает от этого дела комплексовать. И все дальше, и дальше, и дальше. Это как раз надо отрубать, обрезать. И сжигать. Сжигать с корнем. И перепрограммировать человека на новую жизнь, на новый лад. И все у него получится, все будет хорошо. А, Александр... я еще хотел сказать большое спасибо Светлане Веды за то, что мне с ней удалось повстречаться, поработать. Я очень рад и большое ей спасибо. И, кстати, нет, Александр, ты же приготовил сюрприз. Какой-то сегодня ритуал у нас с тобой будет. Ну, давайте посмотрим сейчас, может быть, что-нибудь и... Ну, мы с собой взяли все для этого ритуала. Он очень простой, но действительно действенный ритуал. Так что, девчонки, кто хочет разрубить кармические узлы, мужчины, женщины, кто хочет разрубить кармические узлы, какие-то от привязки родственников, которые гнетут, или, может, работодатели, там, злодеи, да? Кровь пьют, кровушку пьют, или соседи. Кстати, знаешь, большая, вот больная тема, еще и большая тема, оговорочка по Фрейду. Соседи-паразиты делают гадости моим клиентам. Так же тоже можно, ну, да? У нас на самом деле много, так скажем, тайных врагов, которые нам, может быть, желают там, зла, неудач. Мы даже, в принципе, можем и не знать, когда кармический узел, это же, как всегда, существует один
и второй человек, как минимум. Мы даже можем не знать, кто у нас второй человек, и нам надо тоже, с другой стороны, понять, кто это вам вредит, так сказать, нашей жизни. И, кстати, еще же есть кто-то, вот ты мне рассказывал, интересная тема, но это, наверное, на следующий раз ты расскажешь, что какие-то еще кармические есть задачи отработки с прошлых лет, там что-то такое. Это, как сказать... Оставь эту тему на потом, заинтригуем. Ну, хорошо, тогда мы эту тему расскажем, поговорим на эту тему в следующем нашем видео. Ну а сейчас ритуал. Ну давайте попробуем сделать ритуал. Посмотрите, какая красота, ребят. Мы сейчас с вами ищем место для ритуала. И прям на каждом, вот мы идем, они, вот они, голуби, хоть рукой дотрагивайся. Птички, ну я думаю, что это прям добрый знак, да, Александр? Да, да, конечно. Чудесно просто, замечательно. Красотища, ладно, идем дальше. Милые дамы, у меня в руках две свечи, ножницы, бечевка. Сейчас мы проведем ритуал, так сказать, в присутствии стихии воды, земли и неба, воздуха. Процесс заключается очень просто. Отрезаем от бечевочки небольшой кусочек. Забыл вам сказать. Две свечи, розовая, красная свеча, это вы, мои милые дамы, любимые, хорошие. Синие, это мужчины. Те мужчины, которые привели вам, достали вам горе, несчастье, беды, так скажем. Одну часть бечевочки мы привязываем к свече женщины, так скажем. Я не тороплюсь, потихонечку пытаюсь это сделать. Так, убираю одну. Мужчин убираем пока. Подальше. Да, их подальше вообще убрать. Дальше. Те, которые нам причиняют боль и страдания, их нужно просто... Немножечко я тут укоротил. Ну, ничего. Страшного. Так. Один узелочек. Конечно, с узелочки нам надо было это подготовиться, но... 9 узелков, а женщины пока пусть вспоминают все самое хорошее, что было между этим мужчиной и женщиной. И... Вспоминайте, милые мои женщины. Время, на данный момент, пока я уже вяжу узлы, вы вспоминаете все, что у вас было хорошее с этим мужчиной. Вообще у вас всю жизнь, что было хорошее, все прекрасное. В данный момент мы о негативе просто даже и не думаем. Думаем только о позитиве, о прошлых хороших ваших вещах. Ну, так скажем, то, что было у вас в жизни хорошо. Вот я немножечко со счет узелков, со счета сбился. Ну, кажется, я уже подхожу к девятому. Может, если вы и считали за мной, скажете, что я ошибся. Простите меня, милые дамы. Так получилось. Теперь мы берем вторую свечу. Это мужчина, который вам, я уже как сказал... Мудилы с Нижнего Тагила, ну, как я их называю. Так, пускай, но, Александр, пускай, ты не такой, ты прекрасен. Пускай так это выглядит. Кстати, пока я буду вязать, я также отрезаю веревочку. Бечевка лучше всего для этого подходит. И буду также вязать узлы. Кстати, пока я буду вязать узлы на мужчину, так сказать, арканы, вы тоже запутывать ему руки, ноги, которые были связаны у вас с этим мужчиной. Вот. Да, вспоминайте, сейчас вспоминайте. Пока не думайте, вот, думайте только о хорошем, о добром, то, что у вас происходило. Так, что-то я тут немножечко тоже, ну ладно. Ну это твой дебют на Ютубе, ты же работаешь с людьми просто по записи. Ну, от Ютуба отстал. Сказать, что волнуюсь, но оп. Вот видите, какие мужчины козлы. На них даже веревочку не всегда можно накинуть. Это не все такие, поверь. Это те, которые вот сейчас девчонки смотрят со своей энергетикой. Вот вам, пожалуйста, это тоже знак. Это как, знаете, женщины, не на каждого можно накинуть аркан, получается. Вот такой точно. Такой вам точно не нужен. Вот они даже здесь у нас пытаются выскочить из-под рук. Да. Вот. Поэтому это то, что... Скользкие типки такие. Все тоже это показывает, что ведет к одному и тому же. Вот. Ну, мы поможем вам избавиться от этого,
от них, от этих мужчин, так скажем. Не от мужчин, а от этих негативных мужчин. Ну, от привязок. Да и мужчины вам такие не нужны будут. Да что такое? Это вот представляешь, сколько таких вот мерзавцев. Мерзавцев. Может, помочь тебе его придержать? У меня хорошо с мерзавцами получается. Давай я подержу, а ты завязывай, потому что мерзавцев это тоже. Держать и держать, да. Это моя фишка, держать мерзавцев везде. Я еще раз хочу поблагодарить Светлану за то, что она мне помогает во всем. Я Александр, ты меня сейчас это в краску ведешь просто. Ничего страшного. Я тебе благодарна, что ты попался на моем жизненном пути. Ну вот, мы друг другу помогаем. Такой чудесный маг. Добрый волшебник. Так, завязываем. По-моему, это уже последний узел у нас будет. И вот этот. Так, теперь дальнейшая наша задача. Мы должны связать две бечевки, так сказать, между мужчиной и женщиной. Но предварительно мы сейчас их поставим, да? Должны их зафиксировать, чтобы нам было удобнее. Потому что, ну, мы попытаемся их наткнуть в землю. Милые дамы, мы сейчас начинаем завязывать ваш кармический узел. В этот момент вы думаете о всем негативном, о всем плохом, что было у вас с этим мужчиной. Пускай все мысли только о плохом, что у вас было. Затем мы поджигаем две свечи. Женскую. Когда разгорается у нас на данный момент ветерок небольшой. Гори, гори ясно, чтобы не погас. Да, вот видите, это маленечко погодные условия у нас не совсем соответствуют. Нет, соответствует, это же природа. Ветерок. Так должно быть, все хорошо. Вот. Может, я попробую? Я же как ведьма со стажа уже. Давай, Светлана попробует у нас. Да. Вот, я буду вам говорить, объяснять. Вот. Зажигаем одну свечу. Вот у нас какой-то ветер. Нормально. Вот одна свеча разгорелась. Сейчас у нас горит вторая свеча. Ну, одна потухла. Нет, это горит. Это ведьмовские свечи. Я тебе забыла предупредить. Это делает мне один человек, они не затухнут. Сейчас мы поджигаем сам узел, чтобы прервать ваши все проблемы, беды. И с этого момента у вас будет все по-другому. Вот, не сразу не разгорается. У Светланы в этом плане лучше получается разжечь. Да, вот насчет, ну, я своим взглядом испепеляющим, ведьмовским, вот. Помогаю тебе. У нас с тобой хороший тандем. Все, видите, сейчас этот узел ваш будет разорван. А посмотри, а женская свеча затихла, это хороший знак, да, значит, женщина остыла. Все. Посмотрите, девчонки, кто сейчас смотрел этот ритуал, все, ваше сердечко уже остыло. Посмотри, а его-то как трепещется, и он мучиться будет. И посмотри, огонь на него перекинулся. Гореть ему синим пламенем, в аду будет гореть. Вот. Этот ритуал вы можете производить сами, он не сложный ритуал. Вот. В течение 40 дней с убывающей луны. Вот. Ну, если у вас не будет получаться, вы можете обратиться ко мне. Ну, ты посмотри, вот у девчонок уже все сердечко закрылось. Да, а мужчина тлеет. Вот так всегда, да, когда вот за мужчиной бегаешь, да, а он никак. А как только его бросаешь, Саша, да у тебя такого в жизни не было, начинается. У меня в жизни все бывало. Так что я желаю вам, милые мои дамы, удачи, счастья.
все у вас получится. Пусть девчонки насладятся вот этим вот моментом. Ты посмотри, какая прелесть. Девчонки умнички, сильные личности. А вот он мучится. Теперь очень долго о вас вспоминать будет. Очень долго. Пока свеча горит, очень долго будет вспоминать о вас. А у вас все, вы уже все свободны, как ветер. А вы можете, пока он горит, наслаждаться его мучением. Если хотите, можете задуть. Если вам станет жалко. Ну, вы его, этого кобеля, не жалейте, и все будет нормально. Ой, я не могу. Но я думаю, что они сами разберутся, да? Значит, еще раз повторяю, девчата. 40 дней вы можете делать этот ритуал. Самое главное, это проводить именно на улице, чтобы это были все стихии. Ночью не нужно проводить этот ритуал светлый. Днем, в дневное время суток, до 12 дня желательно. Призывайте силы огня, земли, воздуха, воды, и будет вам счастье. Откуп, какой откуп? Ну, конечно же, когда мы обращаемся с вами к природе, к матушке природе, значит, мы должны должное отдавать природе. Это значит не ломать кусты, не плевать в воду или в огонь, кормить животных бездомных, кормить птиц. Ну так, в общем-то, я думаю, что и все, да, Александр? Да, думаю, пожалуй, все. На сегодня все? На сегодня достаточно, считаю, что... Пишите в комментариях, понравился ли вам мой друг маг Александр. Мы всегда с вами. Да, стоит ли еще такие видео проводить и такие ритуалы на воздухе, на свежем воздухе, да? И если кому-то нужна будет такая помощь магическая по разрубанию кармических узлов, пожалуйста, пишите. Пишите в комментариях. И все-таки я сама хочу прям насладиться. Знаешь, Саш, вот честно, сама хочу насладиться, потому что у меня тоже недавно был такой вот опыт, как бы. Да? И самой хочется посмотреть, как терзается тут мужчина, а у меня уже сердечко. Слышишь, я другому отдану, я буду век ему верна. Так что... Милые мои дорогие друзья, милые мои любимые девчонки, мальчишки, пользуйтесь во благо этим ритуалом. Он очень прост, и если что-то кому-то нужно, пожалуйста, пишите смс, вайбер, ватсап, телеграм, всегда к вашим услугам. Я всех очень сильно люблю, дорогие мои друзья, и желаю всем без исключения здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви. Взаимной любви. Пока-пока. Всем пока-пока. Пока. И верьте в мечту. Верьте, она обязательно исполнится. Все, роднулечки, всем пока-пока. Я тебя уже снимаю. Готово, кидай. Вот. Если он не утонул, значит, мы все замуж выйдем и женимся. Если далеко от берега, представь, и круги какие красивые пошли. Это хороший знак. Это вот кольца, обручальные кольца. Все, кто сейчас... Да, эти видео, кстати, кто смотрит это видео. Да ты что, слушай, надо же. И колокола. Это значит, тихо, тихо, тихо. Представляешь? Колокола. Девчонки, мальчишки, загадывайте желание. Это вообще волшебный знак. Да, и от берега далеко, значит, точно замуж все выйдут. Ну что ж, на этой прекрасной ноте. И мужчина с прекрасным букетиком. Все, всем пока-пока. Там какие-то ракеты. Ракеты? Ты видела? Нет, сейчас будем смотреть. Ракеты. Кстати, твои одуванчики, от них все руки уже в этих фигне в какой-то. А я снимаю. Я это все снимаю. Ну молодец. Давай, я лучше пальтишко вот держать, а ты свои одуванчики. С ума сойти, люди. Представляете?